если аборт – это убийство, то сейчас я жарю курицу. Это яйца из деревни, где петух топчет кур. Следовательно, оплодотворение произошло, и это не яйцо, а курица. А сейчас проведем ослепленный научный эксперимент. Вот это вот блюдо предложим человеку, который не знает, что это такое. И спросим, яйцо это или курица? Лена, скажи, что за блюдо я тебе сейчас приготовил? Вообще, это похоже именно на яичницу. Попробуй. Это яичница, яйцо. Батюшки говорят, что это курица, потому что жизнь начинается с момента оплодотворения яйцеклетки. Не надо нам газлатинг, это обычная яичница. А батюшки все-таки говорят, что это курица. А значит, эти батюшки не правы, а прав блаженный Августин, который как раз и говорил, что кощунство называть недоноска человеком, который образ Божий.